Всем привет! Сегодня 15 августа. Вот, приехал на новое место. Это Воложенский район Минской области. Я здесь никогда раньше грибы не собирал. В итоге поездка оказалась удачной. А вот и первый боровичок. Почему выбрал это место? По карте рельефа видно, что здесь есть ручьи, вокруг которых, по идее, должны оставаться влажные места в жару, в которых потом грибы растут более активно. Ну вот, сразу другое настроение. Значит, грибы будут. Рядом должны быть еще. Так и есть. Сыроежки не берем. Пробираюсь какой-то кабаньей тропой вниз к ручью. Ага, вот и ручей, он пересох. Вдоль ручья грибов нет. Здесь мой ручей впадает в другой пересохший ручей, более крупный. Вообще интересные здесь места. Вот эти овраги с ручьями образовались в период отступления последнего ледника, примерно 16 тысяч лет назад. Могу ошибаться, поправьте меня в комментариях. Ладно, грибов здесь нет, видимо, теория с ручьями не прокатила. Буду возвращаться и смотреть по краю леса. Так, вернулся к тому месту, с которого начал. Ага, вижу боровичок, которого не заметил сначала. Но это нормально. Прошел по дороге вперед и нашел вот такое интересное место. Что у нас тут? Ага, старый, наверное, червивый. Так и есть. Та-дам! А дальше, ребята, пошло ведьмино кольцо. О нем у меня есть отдельное видео. Ссылка на него будет в конце этого видео. Также на него можно перейти по подсказке, которая появилась сейчас вверху в правом углу.
Ведро еще не полное. Идем дальше. Вот такая ель встретилась, а на ней желтые грибы плотной консистенции. Если кто-то знает, что за грибы, пишите в комментариях. Очень одинокий боровик. Вокруг него других не встретилось. Это, я так понимаю, работа жуков-дровоточцев. Могу ошибаться, пишите в комментариях. Зонтики я не беру. Надо смотреть по краю леса, так, чтобы солнце после обеда освещало этот участок. Можно было так далеко не ходить, но правда тогда бы я не нашел ведьмино кольцо. Вот в итоге удалось дособирать ведро. Я доволен этим походом. Новое место разведано. В следующие выходные обязательно сюда приеду. Надо же проверить, подрос ли молодой грибок, который я оставил. На этом, друзья, всем удачи и пока. Пока-пока.